В преддверии финальных игр чемпионата мира по футболу в Ульяновске открылась выставка «Дополнительное время. Страницы истории российского футбола». Совместный проект музея-заповедника «Родин Ленина» и Государственного музея спорта поистине уникален. В экспозиции представлены все этапы развития отечественного футбола. Некоторые из этих экспонатов покидали стены Государственного музея спорта первый раз. И поэтому все собрать, согласовать с Министерством культуры, чтобы нам разрешили вывозить исторические экспонаты, было достаточно проблемно. Мячи, кубки, формы и памятные подарки знаменитых игроков приехали именно в Ульяновск. На вопрос о выборе города для проведения выставки Елена улыбается, ведь выбора площадки даже не стояло. Я думаю, что, являясь директором Государственного музея спорта, а также членом Общественной палаты Российской Федерации от Ульяновской области, конечно, я все, что можно, везу к себе в регион, а не куда-то еще. Раритетные экспонаты разных эпох, начиная с 20-х годов прошлого века. Советский раздел, безусловно, самый объемный и красочный. В экспозиции запечатлены те времена, когда футбол только обретал настоящую популярность в нашей стране. По словам организаторов, здесь есть что посмотреть и людям, далеким от футбола. Ну, во-первых, увидеть то, что можно добиваться от футбола, зарабатывать те же самые награды, получать всякие призы, выступать в различных чемпионатах, набираться опыта. Ульяновских болельщиков тоже есть чем порадовать. На выставке представлены материалы футбольного клуба «Волга». Экспозицию может посетить любой желающий по адресу улица Льва Толстого, 63, зал на Покровской. Лучшие образцы истории отечественного футбола пробудут в Ульяновске до 28 сентября. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.